настоящие испанцы. Этого не должно случиться, девочка моя. Да джаз. Вы знаете, кто создал джаз? Испанцы. Он не испанец. Вы ретрограды. Вы сидите в одноклассниках, а мы снимаем видео и выкладываем его в TikTok. Ромео, мальчик мой, ты не можешь жениться на Джульетте. Их семья отсталые, консервативные, примитивные. Они слушают джаз. Это так современно, это так мощно, это так энергично. Что такое джаз? Я чувствую, как я выступаю на сцене. И это так прекрасно. Остановись! Как по-настоящему. Нет, только фламенко. Девочка моя, мужчина не может исполнять джаз. Настоящий испанец. Это фламенко. Надоело фламенко. Не хочу. Мои кореша из джаз-клуба считают ваш фламенко устаревшей дичью.